С виду совершенно обычный мужчина, ничем не примечательный. На деле человек с незаурядной судьбой и выдающимся талантом. Знакомьтесь, осужденный Талицкой колонии номер 2, неоднократно судимый житель города Москва, но наполовину перуанец Антонио Муньос Санчес. В зону попал по 228 статье за наркотики. Но даже в этих условиях дарованию мужчины нашли применение. Теперь он единственный отбывающий наказание в колониях региона кузнец. Можно сказать, человек является художником металла. Вкладывает он душу, свое искусство, свою работу. Также стремится освободиться условно-досрочно по замене его части наказания более мягким видом. Также у него есть 2 детей, семья, жена. Хочет вернуться к ним побыстрее. Ежедневный труд кузнеца-перуанца очень даже прозаичен. Он чинит лопаты, грабли, топоры для работников производственной зоны исправительной колонии. Но случаются и творческие заказы. В тот момент, когда в учреждении строили храм Животворящей Троицы, без талантливого художника по металлу обойтись не смогли. Антонио выковал забор и элементы декора. Нахожусь 1.5 года. Попал случайно. Осталось 2 года, но я думаю, что освобожусь пораньше, поскольку все идет неплохо в этом направлении. Я женился неделю назад. Дальше планирую освободиться и строить семейные отношения, заниматься любимым делом, больше не попадать в тюрьму. Антонио не профессиональный кузнец, ремеслу нигде специально не обучался, но навыки оттачивал всю жизнь. Работу свою любит, она для него возможность отключиться от происходящего, забыть о проблемах. Художественная ковка, рассказывает он, неисчерпаемый источник вдохновения. Не знаю, мне кажется, что какая-то есть в этом чуть ли не магия, в этом огне, в горячий металл. Плюс я слышал, что звуки от наковальни оказывают благотворное влияние, как колокол от церкви. Офицеры исправительного учреждения Антонио Муньос Санчеса характеризуют положительно. Отмечают, у него нет нареканий, а значит, все шансы на досрочное освобождение. И тут же шутят. Такой талант даже отпускать жалко. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Южский район.